Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Что согласились на интервью с нами. Я подготовила для вас список вопросов, которые более всего интересуют ваших сторонников. Поэтому давайте поговорим об этом. Начинайте. Первый вопрос. Анатолий Эдуардович, вы находитесь уже на финишной черте реализации первых адресных проектов. Готова ли возглавляемая вами компания к такому шагу? Безусловно, да. Наша головная инженерная компания «ЗАО «Струнные технологии» основана в 2015 году. Вплоть до 2021 года это был период создания коммерческого транспортно-инфраструктурного продукта, готового к выходу на мировой рынок. Также за это время был собран коллектив – инженеры, конструкторы, проектировщики, дизайнеры, исследователи десятков специальностей, структурированы в более чем 50 конструкторских бюро, отделы управления. Это позволило создавать, поддерживать и развивать очень сложный отраслеобразующий продукт. И это главное. Всего 6 лет на создание отраслеобразующего продукта, каким является транспортное структурное решение ВСТИ, это совсем немного на самом деле. Это рекордно малое время, потому что в состав этого очень сложного рыночного продукта входит рельсострунная эстакада, инфраструктура второго уровня, это станции, вокзалы, грузовые терминалы, встречные переводы, автоматизированная система управления, подвижной состав, это беспилотные рельсовые электромобиль на стальных колесах, получивший название электромобиль, а также энергообеспечение и связь. Еще там есть и всевозможные коммуникации. Мы здесь также поставили своеобразный рекорд. Даже в самых индустриально развитых странах при государственной поддержке, что очень важно, да, подобные транспортно-инфраструктурные продукты, например, высокоскоростные железные дороги, допустим, тоже в Японии, да, и поезда на магнитной подушке, создавались в разы дольше при на порядок большем финансировании. Здесь также стоит отметить, что весь процесс создания, например, просто новой модели обычного легкового автомобиля с нуля и до ее поступления в автосалон у крупнейших автопроизводителей в среднем занимает сегодня те же 6 лет. Это при том, что как и сам автомобиль, так и его основные технологии и узлы были запрещены еще в 19 веке, это 100 с лишним лет назад. А теперь представьте, что производителям автомобилей, как и нам, пришлось бы при этом параллельно проектировать, строить, сертифицировать и, само собой, дополнительно финансировать и принципиально новую инфраструктуру, которая есть в автомобильном транспорте. Автомобильные дороги, мосты, путепроводы, развязки, водопроводные сооружения, вокзалы, гаражи, а также автоматизированную систему управления, энергообеспечения и связь. Разница очевидна как в сложности этих продуктов, так и в процессах их создания и финансирования. На самом деле мы сделали еще больше и за меньшее время. И мы не останавливаемся в своем развитии. Например, собрали новый юнимобиль, на сегодняшний день имеющий максимально эффективную конфигурацию. С подобными машинами мы идем в конкретные проекты. При ее создании мы исходили из требования максимальной энергоэффективности и производительности в рамках комплекса ВСТИ, сохраняя при этом максимальный комфорт для пассажиров. Это для нас главное. Ну и само собой безопасность. Важная особенность машины – обзор в 360 градусов. Кстати, это первый наш юнимобиль с таким обзором. Поскольку одно из ключевых преимуществ наших систем – это передвижение над землей, то обзор 360 градусов позволит пассажирам наслаждаться красивыми видами с высоты птичьего полета. Это то, что хотят наши заказчики. Это то, что мы можем предложить, в отличие от существующих наземных транспортных систем. За 6 лет мы не только создали все необходимые системы, подсистемы, элементы, десятки, если не сотни, транспортно-инфраструктурный комплекс ВСТИ, но и протестировали их. И многое из этого было сертифицировано. У нас уже построено 5 типов рельсострунных эстакад в экотехнопарке, это в Беларуси. 6-й тип мы построили в Шарже, в Эмиратах. Сейчас у нас на финишной прямой еще 2 эстакады. Точнее, не эстакады, а более сложные вещи. 2 транспортно-инфраструктурных комплекса ВСТИ. Такое разнообразие технических решений позволит нам выработать оптимальную конфигурацию, с которой мы работаем сейчас в рамках коммерческих проектов.
мы уверены, что наш продукт не подведет ни заказчика, ни нас. А это очень важно, потому что на рынок мы сможем выйти только один раз. Второго шанса у нас не будет. Но мы не боимся. Эти 6 лет позволили нам создать продукт и команду, в которых мы абсолютно уверены. У нас часто спрашивают, почему же так долго мы идем к коммерческим проектам? Я объясню на примере одного из проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. У нас есть оплаченный заказ на технико-экономическое обоснование, который мы выполнили еще в прошлом году. Ну, потратили на это где-то 3-4 месяца. Около полугода понадобилось заказчику, чтобы изучить это обоснование. То есть дольше, чем мы его делали. Для этого он нанял другую компанию эксперта, которая подробно изучила документы. Представитель этой компании приезжал к нам в Беларусь, ознакомился с технологией, кадровым потенциалом, провел всесторонний анализ наших возможностей и готовности реализовать заявленный проект. Там немножко шум, но это работа идет, так что ничего страшного, я думаю. Затем консалтинговая компания составила отчет по нашему технико-экономическому обоснованию, передала заказчику. Заказчик еще несколько месяцев изучал этот отчет. На основании отчета он попросил нас выполнить за оплату еще одну часть технико-экономического обоснования, что заняло у наших инженеров еще 2 месяца работы. Сейчас они выполняют анализ вот этой второй части. Параллельно готовятся юридические документы для подписания контракта на уже проектирование. Весь этот процесс занял 1,5 года, и так в большинстве проектов. От старта коммуникации, нашей коммуникации с заказчиком, до выхода на подписание контракта на адресный инфраструктурный проект может пройти не 1 год. Затем от подписания контракта и старта проектных работ до выхода на стройплощадку проходит еще минимум год. Потому что у нас не просто изделие, ну мы понимаем, что такое изделие, да? Пусть и очень сложное, как, например, iPhone, электромобиль Tesla, они очень сложные, да, машины, а комплексный продукт, в состав которого подобных изделий не меньше десятка, а то и сотни. Разница между изделиями и комплексным продуктом, ну, здесь очевидна. Поэтому я хочу привести, чтобы вот это все объяснить, привести еще несколько цифр, сравнивая UST с распиаренной во всем мире Теслой. Мы все знаем, что такое Тесла, Илона Маска. Компания Тесла была создана в 2003 году. Через 3 года Илон Маск привлек 100 миллионов долларов инвестиций. Через 7 лет Тесла получила от Министерства энергетики США заем в размере 465 миллионов долларов. Мы столько денег никогда не видели. Через 9 лет, в продажу поступила модель S, и только через 14 лет, в 2017 году, Тесла стала продавать седан модель 3. Мы начали производство наших беспилотных рельсовых электромобилей на стальных колесах, и технически значительно более сложных, чем Тесла, в 2017 году, когда поехал наш первый Нью-Байк, то есть всего через 2 года после основания ЗАО «Струнные технологии». Государства нам не помогали, ни родное, ни чужие государства нам никак не помогали. Никак. Тогда же, в 2017 году, созданное с нуля, заработало наше производство автомобилей. Тоже через 2 года после создания ЗАО «Струнные технологии». Даже были построены даже и 2 наших первых, тогда же, транспортно-инструкционных комплекса с исострунной эстакадой ферменного и плужовского типа. Сравните с тем, что делала Тесла первые 2 года. Да? Следующим днем мы спроектировали, изготовили, испытали уже 14 моделей наших пассажирских грузовых электромобилей. Я говорю, что они сложнее, чем Тесла, каждый из них, да? 5 из которых уже сертифицированы. Ну, в том числе и мы сделали еще высокоскоростную модель. Скорость до 500 км в час. Еще 2 модели находятся сегодня в стадии изготовления. Как говорится, почувствуйте разницу. Сложности с продажей UST на самом деле лежат совсем в иной плоскости. Они не связаны просто с технологией, да? Или неготовностью ее, или там уровнем проработанности. Да? Мы должны реализовать не просто продажу рельсовых электромобилей, что сделал Илон Маск. Мы должны сформировать новый транспортно-инфраструктурный мировой рынок. Транспорт 2-го уровня, основанный на струнных технологиях. А это на порядок более сложная задача, чем поставлена Илоном Маском в 2003 году. Производство и продажа новой модели электромобиля
кстати, первая модель которого поехала по дорогам мира за 150 лет до этого, аж в середине 19 века. Global Star Club. Возможности безграничны.